«Следуй за своей мечтой» – документальный фильм с таким названием о жизни и карьере титулованного украинского боксера Василия Ломаченко представили в Киеве. Вдохновлялась неигровым кино и общалась с его создателем, наша Юлия Крючкова. Что-то по телевизору я либо Олимпийские игры увидел, ну и я тогда задал вопрос отцу, что лучше. Он говорит, ну конечно Олимпийские игры. Я говорю, почему? Я не понимал различия между Олимпийскими и чемпионатом мира. Он говорит, ну это такие соревнования, они проводятся раз в 4 года, и на них все готовятся. Это очень престижные соревнования. Если ты олимпийский чемпион, ты входишь в историю своей страны, ты уважаемый человек, ну, ты спортсмен с большой буквы. Я говорю, я буду олимпийским чемпионом. Василий Ломаченко действительно исполнил свою детскую мечту и в 20 лет завоевал олимпийское золото в Пекине. Далее дважды стал чемпионом мира среди любителей. В 2012 году выиграл Олимпиаду в Лондоне, а в 2014 повторил рекорд 39-летней давности и стал вторым боксером в истории, завоевавшим титул чемпиона мира в третьем бою на профессиональном ринге. В свои 28 он уже добыл чемпионские пояса по версии WBO в двух весовых категориях. Упорство героя в достижении целей стало главной идеей фильма. У вас есть такое качество, которого нет у многих. И мне хотелось бы, чтобы хотя бы 20% той работоспособности, которую имеет Вася, имели украинцы. И тогда у нас будет успешная страна. На создание фильма ушло 2 года. Снимали его на 2 континентах. В родном городе спортсмена Белгороде-Днестровском Одесской области, Киеве, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Режиссер даже пошел на риск, чтобы снять несколько кадров боя. Один всего лишь кадр в начале, там, где Вася на ринге. Ну и много, что не попало в фильм, но в принципе сам бой мне нельзя было снимать. Ну, я не мог этого делать, потому что там, ну, это только HBO снимает. Но при этом я на свой страх и риск взял камеру. Фильм покажут по всей Украине. После его смогут посмотреть все желающие совершенно бесплатно в сети. Хотят перевести ленту и на английский, чтобы рассказать историю украинского героя всему миру. Так как параллельно с анонсом, к нам пришло много предложений провести в разных городах допремьерные показы. Мы в январе продемонстрируем фильм там. Потом у нас будет премьера с самим Василием Ломаченко. Ее мы хотим провести в Белгороде-Днестровском. К концу января фильм появится в интернете и будет доступным для всех. Режиссер не исключает, зрители увидят уже другую версию фильма. Ведь до конца января он может получить свежее видео и добавить новые факты. Юлия Крючкова, Руслан Белозеров, UATV.